the third sub-period of the Greek era called the Seleucid era. Да, и вот таким образом мы с вами как раз и приблизились к третьему периоду в греческой эпохе, который называется периодом правления Селевкидов. But the mistake that Antiochus III made was that of thinking that he could expand his empire even into the areas of region of Asia Minor and Greece. Однако Антиох III заблуждался в том, что ему удастся расширить свои территории и отправиться в Малую Азию и в Грецию. Unfortunately, these areas were being conquered at the same time by a rising empire from the west called the Roman Empire. К сожалению для него, одновременно с ним эти территории захватывала уже появившаяся на свет Римская империя. And so when Antiochus invaded this area of Asia Minor and Greece, the Romans came and fought him off. А поэтому, когда Антиох двинулся в Малую Азию и в Грецию и пытался захватить эти территории, ему противостояла уже Римская империя. And the Romans were able to defeat Antiochus and his armies. Римляне одержали победу над Антиохом III, а Антиох III потерпел поражение. And out of that battle came a treaty, a well-known treaty called the Treaty of Apameia. А в результате вот этого сражения между Римом и Антиохом появилось такое хорошо известное соглашение, которое называется Апамейское соглашение. In the year 188 BC. Апамейское соглашение было заключено в 188 году. And out of that treaty came the requirements on the defeated Syrians to make massive payments of tribute to Rome. Что же требовало это соглашение с потерпевших поражение сирийцев? Им пришлось заплатить огромную дань Риму. So what do you do when you are the emperor of a sizable empire and you have to pay tribute to the nation that's just defeated you in battle? А что же делать императору, у которого империя достаточно хороших размеров, а вам приходится в результате поражения в битве, в результате заключения этого соглашения, платить огромную дань какой-то другой стране? Where do you get that tribute money? Где взять эти деньги? Well, you get it from your provinces that you have defeated. Естественно, что вы будете собирать эти деньги в тех провинциях, которые вы до этого поработили. And among those provinces of Antiochus was Israel. И среди этих провинций, которые принадлежали Антиоху, был и Израиль. And so, in order to raise money to pay the tribute, Antiochus resorted to several very drastic measures. И вот для того, чтобы собрать необходимые средства для того, чтобы выплатить эту дань, Антиох предпринял несколько таких решительных действий. He levied very, very heavy taxes on the Jews as well as their other provinces. Во-первых, евреи, так же как и другие провинции, должны были платить очень большие налоги. And another thing that Antiochus would do, he would go into the temples of these various provinces, including the Jewish temple, and he would rob their treasuries. Кроме этого, Антиох еще направлялся в различные храмы в этих провинциях и грабил эти храмы, включая и храм в Иудее. Ultimately, it led to his death. В конце концов, вот эти действия привели к его смерти. As he was killed by angry inhabitants of the pagan province of Elymas. Он был убит озлобленными жителями провинции Elymas. While trying to plunder the temple of Jupiter, Elymas up here. А вот эта вот территория. А в то как раз то время, когда он пытался вытащить все из храма Юпитеру. And so after Antiochus was murdered, после смерти Антиоха, his successor had a very short and uneventful reign, but the next successor was a man после него правил Антиохус IV. А еще один человек, однако ничего интересного не произошло во время правления этого царя, и в то же время он
правил достаточно мало, а вот следующий, кто был после него, это был Антиох IV. He was better known as Antiochus Epiphanes. Она наиболее лучший, он лучше известен под именем Антиох Епифан. Now Epiphanes means the manifestation of God. А вообще слово Епифан означает явление Бога. And Antiochus thought of himself as if not God, at least God's messenger. И Антиох добавил к себе вот такое вот имя Епифан, если уж он не был Богом, хотя бы он был посланником от Бога, явлением Бога. And the reign of Antiochus Epiphanes thrust the Hebrews into one of the darkest periods of their torturous history. Как раз со времени правления Антиоха Епифана начинаются самые темные периоды в истории еврейского народа. If you mention the name Antiochus Epiphanes to a Jew, even today, they will shudder in horror at the thoughts of him. Даже сегодня, если вы будете говорить о Антиохе Епифане современным евреям, они вспомнят об этом с ужасом. Antiochus was very committed not only to maintaining control of all of his provinces. Антиох хотел не только контролировать все провинции, которые принадлежали ему, but also he was committed to Hellenizing or turning these provinces into Greek provinces. Он также был намерен заниматься эллинизацией и хотел, чтобы греческая культура процветала во всех провинциях. And so what he would do is he would move many of the Greek citizens into these areas. He moved many Greeks into the land of Palestine. Для этого он переселял греков, и многих греков поселил в Палестине. And then he would build gymnasiums, which were very central to life among the Greeks. Кроме этого, он строил гимназии или спортивные залы, которые были центром греческой жизни. Now the Greeks were body worshippers. They really admired the human как body. Вы знаете, греки фактически поклонялись телу, они восхищались человеческим телом. And so Greeks would join these gymnasiums and they would develop their physical bodies to make them as beautiful as they could. Греки ходили в эти гимназии, спортивные залы для того, чтобы укреплять свое тело, чтобы оно становилось красивым. And because they admired the human body, they would actually do their physical workouts in the nude with mucosa. А так как они восхищались человеческим телом, то выполняли все эти упражнения в обнаженном виде. And the Jews found this to be very, very offensive. Естественно, что это было оскорблением для евреев. They didn't think people should be praying around their naked bodies. Потому что они не считали приличным, когда люди обнаженными. And so it led to a lot. The Greek presence led to a lot of unrest. И такое вот присутствие греческого населения в Палестине как раз и привело к такому смутному времени. And the Jewish people not only resented the Greek presence in their communities. Не только вот в общей евреи отвергали присутствие греков. But they also came to distrust, even to hate Antiochus Epiphanes. Но они очень сильно возненавидели также и Антиоха Епифана. But the thing that was the worst of all. Но самое страшное произошло позднее. Was that Antiochus tried to determine who the high priest of Israel should be. Дело в том, что Антиох определял, теперь определял, кем будет первосвященник в Израиле. He felt that he had the right to appoint Jewish high priests. Он считал, что имеет право назначить первосвященника. Now, an interesting thing took place that very much caused the antagonism of the Jews. И еще произошло одно интересное событие, которое вызвало сопротивление евреев. Because when Antiochus' reign began, a man by the name of Onias, a very worthy religious leader, was the high priest. Когда Антиох IV начал свое правление, в Израиле был первосвященником человек по имени Ония, который был благочестивым и хорошим человеком. But Onias's brothers were not quite so worthy. Однако вот братья Онии были недостойными людьми. And so Epiphanes found that he could sell the position of high priest to Onias's brother, whose name
was Jesus. Антиох Епифан узнал, что, оказывается, можно вот место первосвященника продать брату Онии. Был у него брат по имени Иисус. Странно, что вот недостойного человека так назвали. And Jesus gave Ananias, gave Antiochus a price of 360 talents. Иисус дал Антиоху 360 талантов. Он заплатил за должность первосвященника, чтобы занять эту должность вместо своего брата. Now, how much is a talent? Талант — это эквивалент чего? One way we can think about it is that one talent. Мы можем с вами рассуждать следующим образом. Один талант — это is equivalent to 12,000 kilos of gold. Это 12 000 килограммов золота. 12,000 kilos. 12,000 килограммов золота. Now let's keep this in perspective. On the day, in the days of Antiochus. Но если представить себе то время, когда был Антиох, что это означало? In Bible times, it was considered that a day's wage for the average worker was one denarius. В библейские времена для обычного работника заработная плата за день составляла один динарий. One talent was equal to 6,000 denarii. Один талант — это 6,000 динарий. 6,000 динарий — это один талант. Which would be the equivalent of 20 years of labor for the average person. Означает, что 20 тысяч... That's one talent. 12 years or 20 years? 20. Это означает, что 20 лет должен был обычный человек проработать, чтобы заработать один талант. But Jesus, Иисус, not Jesus Christ, Jesus the brother of Ananias, вот Иисус, брат Онии, paid 360 talents, заплатил 360 талантов to be high priest. Для того, чтобы стать первосвященником. So you take 360, а вот представь себе, 360, multiply that by 20, умножить это на 20, 360 talents would be equal to 7,200 years of labor for the average person. И получится, что нужно было работать 7,200 лет. 7,200 years. 7,200 лет нужно было работать обычному человеку, чтобы заработать эту сумму. Think of that huge amount. Представьте себе, это очень большая сумма. Think of the gap that there was between the rich and the poor. И теперь вы можете представить, какая все-таки была пропасть между богатыми людьми, которые могли себе такую сумму позволить, и обычным человеком. That one person could have the wealth. То есть у одного человека в руках были эти деньги. That would take the average person 7,200 years. А другому обычному человеку пришлось бы 7,200 лет работать, чтобы это заработать. And of course, that wasn't all of Jesus' wealth. That was what he was willing to pay. Естественно, что у Иисуса были и другие деньги. Просто эту сумму он готов был заплатить за должность первосвященника. Thinking that he could profit even more from that. Почему он хотел заплатить за эту должность? Он, очевидно, полагал, что прибыли будет больше, когда он станет первосвященником. And so what Ananias, of course, had to flee the city for his life. А естественно, Онии пришлось в этой ситуации убегать из города, чтобы спасти свою жизнь. And Jesus then changed his name to Jason. А Иисус поменял свое имя и стал Ясоном. Which was a Greek name. Это было греческое имя. And to show that he was willing to follow the Greek way and to call the people to follow Greek culture. Таким образом, он как бы подчеркнул, что он готов принять греческую культуру, а также призывать других людей к принятию греческой культуры. Now, believe it or not, хотите верьте, хотите нет, Jason was eventually outbid for the priesthood. Нашелся другой человек, который заплатил за должность первосвященника больше, чем Иисус. By another brother. Это тоже оказался их брат. Whose name was Menelaus. Его звали Менелай. Now,
Don't anybody get any ideas here? Может, какие-нибудь уже мысли появились у вас? A few years ago I mentioned the name Menelaus, and one of the students raised his hand and said, Menelaus. В прошлом году я когда сказал Менелай, один из студентов сказал, кто? Менелаус. Он говорит, нет, никакого, говорит, никакой связи между Мелом Лауксом и Менелаем нет. Now we do not even know what Menelaus paid to be high priest. Мы даже не знаем, сколько заплатил Менелай за должность первосвященника. But we know it was more than 360 talents. Однако мы знаем, что это было больше, чем 360 талантов. But he also gave that money to Antiochus after Jesus or Jason gave the 360 talents. И Менелай отдал эти деньги после того, как Ясон уже отдал свою долю. So Antiochus was able both to keep the 360 talents he got from Jason and whatever he got from Menelaus. Естественно, что Ясону Антиох не вернул его 360 талантов, и у Менелая он тоже взял какую-то сумму. But the other benefit that our Antiochus received was that he was able to control the priesthood. Таким образом получилось, что Антиох смог руководить, контролировать также и первосвященников. And so he was able to introduce other Greek and Hellenizing aspects to his program. Кроме этого, он внедрял еще другие аспекты эллинизации. Not only did he build these gymnasiums where people would exercise in the nude. Кроме спортивных залов, которые он построил, в которых люди в обнаженном виде занимались физическими упражнениями. But the settling of he also brought with them theaters and all these aspects of Greek culture that the Jews considered to be pagan. Поселил многих греков в еврейских городах, вместе с греками пришли театры и другие различные развлечения, которые были свойственны для греческой культуры, однако евреи считали это все язычеством. Кроме этого, он также говорил о необходимости изучения греческого койне. Now Epiphanes also sought to expand his power by once again invading Egypt. Епифан еще раз попробовал расширить свои территории и отправился снова воевать с Египтом. Now his first attempt was in the year 168 BC. Первая его попытка была в 168 году до нашей эры. And he was unsuccessful in conquering the Greeks. Egyptians. Не удалось одержать победу над Египтом. But rumors began to trickle back into Jerusalem that Antiochus had been killed in battle. Однако до Иерусалима дошли слухи, что Антиоха убили во время сражения. And the people began to celebrate with great joy. Люди начали радоваться и ликовать и стали праздновать это событие. And they rose up in rebellion against Menelaus. Они подняли бунт против первосвященника Менелая. Unfortunately, the Jews forgot something very important. К сожалению, для них, для евреев забыли об очень важной детали. There's a little rule that we should be very careful to follow. Есть одно правило, и мы должны этому правилу следовать. And that rule is never celebrate the death of your leader until you know he's really dead. И это правило заключается в следующем: никогда не радуйся, что умер твой правитель, пока не уверен, что он действительно умер. That's a lesson that the Jewish people failed to learn from history in many times. Дело в том, что вот эту ошибку евреи совершали несколько раз в своей истории. Well, it turned out that Antiochus was not killed in battle. Оказалось, что Антиоха все-таки не убили во время сражения. But when he heard that the people had rebelled against Menelaus and were celebrating his death. Но когда он услышал о том, что евреи восстали против Менелая и что они ликовали по случаю его смерти. On his way back home, coming through Israel from Egypt, he stopped in the city of Jerusalem with his armies. Возвращаясь из Египта и двигаясь в сторону дома, он остановился в Иерусалиме. And he sent his armies into Jerusalem and said, "Destroy everybody and everything you see." Он отправил армию в Иерусалим и сказал: "Уничтожайте все, что вы видите и кого вы видите."
He slaughtered 40,000 Jews. В тот день, были убиты 40 тысяч евреев. And the women and children, most of them were taken into slavery. Оставшиеся в живых женщины и дети были уведены в рабство. And the few men who survived had to flee to the hills and hide in the caves of the Judean hills. И вот некоторые из мужчин, которые остались в живых, они скрывались в различных пещерах. To show his contempt for the Jewish religion, Antiochus, who was braver than Philopater, who was seized with fear when he got to the Holy of Holies. Для того, чтобы показать, как ему противна еврейская религия, Антиох IV, который оказался смелее, чем Птолемей Филопатер, который не смог войти в святое святых. Antiochus actually entered into the Holy of Holies. Антиох вошел в святое святых. And he sacrificed a sow, a female pig. On the altar, в жертву на жертвеннике принес свинью. An animal the Jews considered to be unclean. То есть это то животное, которое считается нечистым для евреев. And then he took the blood from the pig and he sprinkled it all over the temple. Кровью этой свиньи обрызгал весь храм. And thus the temple was desecrated, and the Jews would not be able to worship there until it was cleansed. Храм был осквернен, и проводить там богослужение уже было нельзя до того времени, пока не будет освящения храма. But that was an opportunity that was not theirs to be at that point. Однако вот осветить этот храм снова у них не будет возможности еще какое-то время. And because Antiochus turned the temple into a temple to the Greek god Zeus. Потому что теперь Антиох превратил этот храм в храм Зевса. Now the Jews were so angered by this action of Antiochus, even though most of them had been killed, the rest continued to resist. Несмотря на то, что очень много евреев были убиты, те, кто остался в живых, были, конечно же, в негодовании и сопротивлялись. And for those Jews who lived outside of Jerusalem, great abuse and persecution followed. Начались гонения также и на евреев, которые жили за пределами Иерусалима. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Furthermore, the Jews were forbidden on penalty of death to observe the Sabbath or to circumcise their children. Более того, евреям запретили соблюдать субботу и запретили обрезание. These two practices were viewed as two basic symbols of the people's Jewishness. Дело в том, что суббота и обрезание, они символизировали принадлежность к еврейскому народу. An example of the harshness of the Greek enforcement of their policies. И в качестве примера того, что греки были настолько жестоки по отношению к тем, кто противился их политике. A body of about 1,000 people were attacked on the Sabbath. Был один случай, когда в субботу они напали на 1,000 людей, которые были собраны где-то вместе. And because they refused to break Sabbath prohibitions, meaning they could not fight on that day. А евреи отказались нарушать субботу, и поэтому не стали воевать в этот день, не стали сопротивляться. They all died without a fight. Все они умерли, не сопротивляясь. And this period of Antiochus Epiphanes was so terrible and so evil. Таким ужасным был этот период правления Антиоха IV. That the people actually referred to him as the abomination of desolation mentioned by Daniel and his writings. Что люди очень часто думают и подразумевают под мерзостью запустения, которое упоминается в книге Даниила, именно Антиоха Епифана. Well, out of that abuse from Antiochus came a rebellion led by a family by the name of Hashmon. Как раз в результате вот этого жестокого периода правления Антиоха и появляются различные восстания и войны, и начинается с этого период правления Хасмонеев. That eventually led the people into the third era
of the intertestamental period called the Hasmonean era. А и вот мы как раз будем с вами изучать эту эпоху, которая уже будет третьей эпохой межзаветный период, период правления Хасмонеев. And that was one of the most triumphant eras for the Jews in the intertestamental Для евреев это, конечно же, был период их триумфа.